В Акушинском районе устраняют последствия оползня. В результате ЧП повреждены линии электропередач. Без света остались 5 населенных пунктов. Напомним, накануне на 3-м километре дороги Судахара-Куша произошел сход оползня верхового откоса. Его площадь составила более 500 квадратных метров. Дорога на этом участке перекрыта и движение организовано в объезд по временной схеме. Для ликвидации последствий задействовано 5 единиц дорожной техники.